1918 год. В России идет гражданская война. Страна разделилась на два противоборствующих лагеря – красных и белых. К лету 1918-го разрозненные отряды белых в Сибири объединились в Западно-Сибирскую армию. После отречения Николая II офицеры Белой армии в знак протеста отказались от всех знаков отличия. Император Николай II вместе с семьей был арестован большевиками и тайно перевозился с места на место во избежание его захвата наступающей армией белогвардейцев. А ну пошла! Продолжайте движение, я вас догоню. Давай, 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 живее! Руки! Не задохся бы, а, Фрол Акимович? Судя по всему, птаха важная. Уполномоченный ЧК. Хотелось бы живым довести. Уполномоченный? Ну, курва! А небось, когда-то царю отечеству присягал, а? Царю, вот кончат в Екатеринбурге вашего Николашку со всем выводком, узнаете. Что ты сказал про государя? Нет, государя, был и вышел. Ничего не скажу. Ну, это ты погорячился. Андрей Васильевич, может, я колышек вытяжу? Соловьем запою. Некогда. В контрразведке все расскажет. Все, уходим. Не люблю, когда про государя глупости говорят. Вам курьер от полковника Пепеляева, ваше превосходительство. Требует вас срочно. Говорит, что у него молния. Требует? Ну что ж, просите. Прошу вас, господин штабс-капитан. Штабс-капитан Давыдов, молния от полковника Пепеляева. Прошу прощения за вторжение. Полностью, штабс-капитан, оправдание излишне. Вы Василию Сергеевичу Давыдову. Случаем не родней приходитесь? Сын, ваше превосходительство. Угу. Мы с батюшкой вашим в кадетском корпусе вместе учились. И в Маньчжурии вместе 2 года бок о бок. Знакомы с содержанием? Так точно, ваше превосходительство. Господа, полковник Пепеляев сообщает, у него есть достоверная информация о том, что государь-император вместе с семьей находится под арестом в Екатеринбурге. Разрешите? Дело в том, господа, что пленный чекист, давший эти сведения, участвовал в доставке государя и его семьи в Екатеринбург и размещении их в особняке инженера Ипатьева. Не доверять его показаниям оснований нет. Благодарю, штабс-капитан. Вы свободны. Есть. Что будем делать, господа? Я бы хотел выслушать ваше мнение. Думаю, что как только наши войска приблизятся к Екатеринбургу, большевики уничтожат его. Не посмеет, Алексей Филиппович. У вас другое предложение, Юрий Николаевич? Нет, ваше превосходительство. Но если вас интересует мое личное мнение, то монархическая идея себя изжила. Стоит ли так волноваться за жизнь бывшего царя? Мы наступаем целый месяц, несем большие потери. Мне русский солдат дороже, чем жизнь бывшего императора. Не забывайтесь, господин полковник. Речь идет не только о судьбе государя-императора, но и о его семье. Штурм города возможен не ранее, чем через месяц. Крайний срок 3 недели. Можно попытаться освободить государя силами группы лучших офицеров армейской и фронтовой разведки. А какие гарантии успеха? Никаких. Точный расчет, решительность, ну и везение, разумеется. Кто возглавит группу? Я бы рекомендовал штабс-капитана Давыдова. Знаю его по Галиции. Боевой офицер-разведчик. Смел, решителен, умен, дерзок, непредсказуем. Он эту кашу заварил, ему и продолжать. Все закончили?
А то взяли золотопогонников тепленькими, в постелях, даже чихнуть не успели. А это что, салют в честь победы? Ну ведь там склад боеприпасов, долгий пулемет. Ты считаешь, что это веская причина для невыполнения приказа военного совета? Я тебя правильно понял? У тебя 30 минут. Надеюсь, ты понимаешь, что бывает за невыполнение приказа в боевой обстановке. Да понял я, понял. О нем пулеметом это вложились. Судите, судить. Ночью пробовать надо. Ночь тебя черви будут пробовать. Я тебе на мир гляну. Ну глянь, коль жить неохота. Эй, офицера! Бросай оружие! Давай! Вот суки, а! Алло, сухопутные! Как я на тут залезу, я могу себе в фоне! Садись от всех стволов! На себя отвлеки! Якорная цепь. Принимайте работу, товарищ Бетикс. Успел. Чего пялишься? Это все, что вы можете сказать? Да не о чем мне с тобой говорить. К стенке вас ставить надо всех поголовно. Уговорил меня! О, Чанг едет. Случилось, скажи, что? Товарищ Бейтикса, срочная телеграмма. Красному комиссару товарищу Бейтиксу срочно. Вчера разведотдел Западно-Сибирской армии белых начал формирование спецгрупп с целью освобождения царской семьи. Приказ обнаружить данную группу и ликвидировать любой ценой. Собирай всех на вокзале. Готовимся к отправке. Едем что ли куда? Понял. Чанг, я у тебя лошадку возьму. В Губчика. Быстро. Спасение государя не только мой долг, но и большая честь. Хотите оставить свой след в истории? Давыдовых в истории без меня хватает. Хочу предупредить. В случае успеха не гарантирую ни орденов, ни почести, ни славы. Политика. Сегодня одно, а завтра другое. Надеюсь, вы понимаете, что в первую очередь обязаны спасти государя. Что молчите? Я должен что-то сказать? Держать строй! Однако у вас характер. С вами пойдет один мой человек, он старше вас по званию, а командовать группой будете вы. Я его знаю. Вряд ли. До недавнего времени полковник Стрелецкий работал за границей. Старайтесь, братцы! Пошел. Так, чтоб каждая пуля вражеский лоб нашла. Все, пуля. Ваш Броди! Тоже мушка сбита. Мушка? А ваш Броди? Может быть, может быть. Рейс! Мушка, говоришь? Поручик, продолжайте занятие. Слушаюсь, господин полковник.
Ложись! Как пополнение, Сергей Александрович? Неделька-другая, можно в бой пускать. Не могу я вам дать. Ни недельки, ни дня. Солдатиков без вас доведу. Серьезное дело? А вот штабс-капитан вам сейчас все и объяснит. С этого момента вы в его непосредственном подчинении. Знакомьтесь. Штабс-капитан Давыдов, фронтовая разведка. Полковник Стрелецкий, презренный шпион. Бать, гляди. А ловко у них выходит. Мне бы так наловчиться. Всякий навык для своего дела надо ли. Нам ворога не рубить надо, а целехоньким брать, чтоб сопли не успели высыпать. А ежели ворог, как он, мастак? Мастак. А ну, встань сюда. Куда? Встань вон. Ну? Шашку вынь. Зачем? Вынь, говорю. Так, сынок, рубай меня, что есть мочи. Да ты чего, бать? Убью же. Не жалей, рубай. Ну, гляди. Ну что, сынок, не зашибся? Нет. Давай. Бать, давай еще раз научи, а? А кто тебе мешает? Учись, пока я жив. А эти ваши пластуны действительно так хороши? Потомственные разведчики и следопыты. А сотникам неясным мы уже 4 года бок о бок. Нам нужен специалист по вооружению. Техник, бомбист, взрывник, если угодно. Такой человек у меня есть. В своем роде совершенно уникальный специалист. В прошлом инженер-химик. Работал в Нобеле и в Крупе в Германии. Потом связался с польскими специалистами. Активно сотрудничал с эсерами Савенкова. И как же этого бомбиста на нашу сторону занесло? Если интересно, спросите у него сами. А тебе лишь добавлю. За прапорщика Лозинского я ручаюсь. Поскорее бы ваш брать. Подходят. Молчи, успеем. А если не успеем, тогда чего? Че, пристрелят и все. А? Бери катушку, бегом. Бегом, марш. Господи, спаси их и упокой. Пора, ваш брат. Цель, бабу свою учить будешь. Как громыхнет, все бегом на дорогу и вяжи всех, кто живой. Крови зря не лить, всем ясно. По местам. Обоз бросать надо, ваш бродь! А то не уйдем! Из нагана не достать, ваш бродь! Хоть винтарь возьмите! Лихо вы его! Небось, наповал! Не думаю. Что рты разявили? Догоняй его! Это как же? Мостик-то целехонький. Ваш бродь, а я думал, мы его в пух и прах. Нам еще наступать здесь. Заканчивать, уходим. Слушаюсь. Солдаты! Подводы, вперед! Какого костер на позиции? Да в кухне прецедента нету! Хоть горячего похлебать. Вот надерут вам задницу большевики, тогда нахлебаетесь. Выпить есть? Жош, такой сон сломал, такая женщина снилась. Муа, перс! Тоска-то какая, а? Завязли тут, как мухи в сметане. А я хочу отпуск попросить. Омск, Новониколаевск поеду. Все. Вахмистер! Слушаю, господин капитан. Приготовиться к атаке, командуйте. Ваше благородие, боеприпасов мало. Опять же люди устали, погода людей. Люди устали, а я не устал. Я в окопах с августа 14-го. Не хотите воевать? Ну и хрен с вами. Я пошел. Куда? Воевать. Жорж, подожди. Что с тобой? Пошли назад, а? Что, князенька, страшно? Кому, мне? Да я за такие слова тебя сам без большевиков зарежу. Что, прям здесь? Вот комиссаром потеха будет. Дурак ты, дай папиросу. Да что ж ты такое? Господа, они же погибнут, делать надо что-то. Да что тут делаешь? Господа юнкера!
Слушай мою команду! Кому дорога честь и Родина? За мной! Вот щенки Лисовы. Что делают? Рота! Слушай мою команду! В атаку за мной! Бегом! Марш! Негоже так, господин капитан! Раз уж начали, нече пешком ходить. Сейчас они очухаются и начнут из пулемета садить. Все тут ляжем. Камеру! Царя! И отечество! Господин капитан, разрешите доложить? Докладывайте. Потери у нас. Убитых 12, да раненых десятка два. Три пулемета взяли, а патронов и не сосчитать. А этих сколько? Много. Не считали еще. Первый бой? Первый. Привыкаем понемногу. Вахмистер. Слушаю вас, брать. Отведите на перевязку. Есть. Идем, идем, сынок. Мальчишка, а тоже туда же привыкаем. Господи. Разрешите доложить, господин капитан? Ну, сорвался. Каюсь, грешен. Прости. К девочкам тебе надо поехать, а то совсем с ума сойдешь. Вон, кажется, полковник едет. Сейчас ордена начнет раздавать. Это вы что здесь учинили, Васнецов? Что это за атака такая? Это больше похоже на истерику беременной гимназистки. Виноват, господин полковник. Решали вопросы по снабжению боеприпасами. А то не дождешься от тыловиков. Ну и как? Решили? Так точно, можем поделиться. Ладно. Победителей, как говорится, не судят. Вас разыскивает штабс-капитан Давыдов из разведотдела армии. Честь имею. А кто этот Давыдов? Знаешь его? Андрюшку? Еще как знаю. В корпусе вместе учились. Я жду ответа. Ты гарантируешь мне пышные похороны? В лучшем случае могилку без креста. Когда? Сейчас. Сколько тебе надо, чтобы сдать роту? А чего ее сдавать? Исаул Джигаев вон примет. Я думал, ты друг. А ты? Он, значит, царя идет спасать. А я как крыса здесь сидеть буду, да? Если меня не возьмешь, не гунах ты мне больше. Враг ты мне. Я сказал. Вам решать. Князь, конечно, не в меру горяч, но боец сразу, видать, знатный. Князь! Искандер! Исаул Джигаев! Ко мне! Таким образом, нам предстоит пройти по глубокому тылу противника около 700 километров. И это, если по прямой. А не слишком ли вы мудрите, господин полковник? Несмотря на весь этот бардак, поезда-то ходят. Может, просто сесть в вагон и добраться до нужного пункта за пару дней? На первой же станции по ту сторону фронта нас снимут с поезда и поставят к стенке. Устраивает вас такой исход? Значит, своим ходом пойдем? Именно.
Оружие, господа, по вашему выбору. О специальной экипировке позаботится прапорщик Лозинский. Пусти. Там это, ваше благородие, человек к вам просится. Я же сказал, мы заняты. Так и я ему то же самое говорю. А он говорит, пойди и доложи. Дескать, ротмистр Бельский просит принять. Бельский? Интересно. Знакомый? Немного. Он из контрразведки армии, служил раньше в жандармерии. Мастер сыска. Пусти, Синявин. Ага. Здравствуйте, господа. Извините за столь поздний визит. С каких это пор жандармы извиняются за поздние визиты? Самое ваше время, господин ротмистр. Собираетесь освободить государя-императора и всю его семью? Вам придется объясниться, ротмистр. В противном случае... Вчера мои люди на одной из явочных квартир задержали курьера, маршрутника. У него была шифровка, из которой явствует, что разведотдел Западносибирской армии готовится освободить семью Романовых силами разведгруппы приблизительно 7-8 человек. Командует группой штабс-капитан Давыдов, заместитель полковник Стрелецкий. Решение об операции было принято 4 дня назад. И уже через 3 суток противник о ней знает практически все. Лихо. Так курьер этого взяли, чего беспокоиться? Такие сведения дублируются сразу по нескольким каналам, капитан. Совершенно верно. Я думаю, что в ЧК уже есть эта информация. Что вы хотите, ротмистр? Я прошу включить меня в состав группы. А вам-то это зачем? А вам? Я так понимаю, что никакого конкретного плана у вас нет. Поэтому со своей стороны могу предложить следующее. Стой! Куда побежала? Куда побежала? А ну, подержи! Цельтесь, поруки! А ну, прекратить! Отставить! Изыдите, подпоручик! Это же просто шлюхи! Вы оба мерзавцы! Я вас вызываю. Где же у нас так протекло? Думаю, из штаба армии. Кому-то очень не хочется, чтобы государь вернулся из небытия. Выходит, красные нас уже ждут. Андрей Васильевич, я могу отменить операцию. Господин Попов. Ну, полноте, полноте. Простите, нервишки ни к черту шалят. Ну что, Харон, где твоя лодка? Чего? Чего? Темнота. Вставать, говорю, куда? Так вот, тут к стенке и становись. Сейчас поручик с приговором придет и начнем. В смысле, кончим. Ха. Ну что ж, а я тогда успею спеть свою прощальную серенаду. Милая, ты услышишь меня. Андрей, слушай, этот наш бомбист так коней своим барахлом нагрузил, что у них ноги подгибаются. Прошу прощения, господин полковник. Ничего, ничего. Продолжайте. Он что решил? Что мы красных разобьем в одиночку? Так надо, Юра. Мы идем в тыл противника, поэтому берем максимум снаряжения. А жрать мы что будем? Сухарики и шоколад? Так я не гимназистка, я мясо люблю. Так, прапорщик, стройте солдат. Хоть один только раз. Остановись! Господин подпоручик, извольте замолчать. Вы хоть понимаете, где вы находитесь? Я? Да. На расстреле. От моего пения чистота вашего ритуала только выиграет. Представляете, как романтично? Залп прерывает полет музы. Столько бед я терпел и страдать был бы рад. А что происходит?
Обычное дело, расстрел. Мне твой ласковый взгляд. Да нехай поет господин поручик. Сколько ему осталось? Чтите скорее. Да и черт с вами. Приговор. За невыполнение приказа командующего. Дискредитацию звания офицера. Нарушение воинской дисциплины. Жалко мальчишку. Ну, удачи. До свидания, господин полковник. С Богом. Подвергнуть высшей мере наказания расстрел. Андрей, пойдем. Ну на что тут смотреть? Командуйте, прапорщик. Отделение ТОС. Продать был бы рад, если б сердце... Отставить, прапорщик. На каком основании вы вмешиваетесь? Простите, я прослушал. В чем обвиняется подпоручик? Почему я должен перед вами отчитываться? Вы кто такой? Штабс-капитан Давыдов, отдельная пластунская бригада. Подпоручик Любавин приговорен к расстрелу по приказу военного трибунала. Приказ подписан полковником Пепеляевым. А у меня приказ командующего, генерал-лейтенанта Гришина Алмазова, извольте. Так в чем он там провинился? Убил двух офицеров, шашкой заколол. Капитана Ламберта и подпоручика Лебедева. Я в детали не посвящен. Это была честная дуэль. Мерзавцы были непочтительны с дамами. Я что-то слышал об этом анекдоте. Это не тот случай, когда девочек в костюмах Евы выгнали на стрельбище и полили по ним из пистолетов? Тот самый. Я вызвал этих мерзавцев на дуэль и заколол. Я в корпусе по фехтованию первый был. Так вы им честь оказали. Обычно с такими типами поступают проще. Канделябром по темечку и все дела. Хотите сказать, что вы... Я отменяю расстрел и забираю подпоручика с собой. Возникнут вопросы? Обращайтесь к полковнику Пепеляеву. Я только что от него. Честь имею. Прапорщик, уводите солдат. Отстой! Благодарю вас, господин штабс-капитан. А позвольте узнать, кому обязан своим освобождением. Позже, подпоручик, позже. Капитан Васнецов, отведите подпоручика в расположение и экипируйте. Слушаю, ваше высокопревосходительство! Ночью выступаем, пока всем отдыхать. Я в штаб Потемкина. И куда же, господин капитан, мы должны выдвигаться сегодня ночью? Много будете знать, скоро состаритесь. Боюсь, не успею. Так громче музыка! Играй побед! Эду! Мы победили! И враг бежит, бежит, бежит! Кто тут за товарищ Бетикс, а? Товарищ Бетикс, тут вас спрашивают. Командир 4-го пехотно-кавалерийского армейского корпуса Павловский. Комиссар корпуса Зотов. Товарищ Павловский, за последние два дня на вашем участке были попытки прорыва? Так точно. В ночь со 2 на 3 июля в районе Глышманово был прорыв конницы. Дойдя до Ромашева, повернули обратно и вернулись к своим. Угу. А вам не кажется странным, что противник совершил 200-километровый марш в наш тыл и не нанес никакого ущерба? Считаете, нам отводили глаза? Отдавайте приказ о введении чрезвычайного положения и организуйте прочесывание местности немедленно. Цель поиска – конная группа численностью до 10 человек. Информация о ходе поиска должна доставляться мне каждые 6 часов. Товарищ Бетикс, у нас очень плохо со связью. Кроме того, некоторые районы мы вообще не контролируем. А в районе Тюмени действует очень мощный отряд Красовского. Ведут себя как бандиты, грабят поезда, на города нападают. Но приказа уничтожить их нет. Вроде как союзники. Да, весело у вас тут. Прикажите доставить мне подробную карту района. Срочно. Свободны пока. Есть. А я считаю, что офицерьев надо к железке отжимать. Там их и слепят. Считаю, здесь только я, Панкратик. Дарек, сегодня же отправляйся в район поиска. Будешь координировать действия поисковых команд. Понял? Да понял. Простите, господа, вы не могли бы взять нас вместе с тетушкой хотя бы до Тюмени? Она очень больна, а здесь нет даже лазарета. Мы едем в Иркутск к родственникам. Господа давно все кончились, барышня. Или разбежались. Извините, великодушно, но наш поезд идет в совершенно другом направлении. А когда будет поезд в сторону Тюмени? Не знаю. Что он сказал, Варенька? Они едут в другую сторону, тетушка. Ничего, дождемся вечернего поезда.
Муж? Нет. Что вам угодно? Товарищ Бестикс распорядились разместить вас до отправления вашего поля. И мамашу каких-нибудь лекарств. Варенька, чего он хочет? Нам предлагают помощь, тетушка. Пойдемте. Ну вот, я же говорила, что люди всегда помогут. Вещички-то ваши где? Давай. Вот эти. Спасибо. Спасибо. Какой обед нам подавали. Собираетесь брать город штурмом? Я взял бы больше, да не было. Вы не слишком голосите, Шаляпин вы наш, а то сбегутся все красные. Мимо Колесникова не пройдем. Красные примерно полк. Похоже, разворачиваются для прочесывания. У меня то же самое. По опушке разъезды шныряют. Я там Семку оставил. Как они двинут, он знак подаст. А хотите, я угадаю, кого ищут, господа? Помолчи, Юра. Нас отжимают от железной дороги. Я думаю, пути отхода тоже отрезаны. Так, будем прорываться. Причем атаковать первыми. Согласен. Только я бы внес небольшие коррективы. Исаул, вы знаете, что такое вентиль? Знакомо, господин полковник. А вертел это что? Да просто засада с живцом. Сделаем в лучшем виде. О, это даже интересно. Прапорщик, ваш выход. Жорж, я с тобой. Да что тут думать-то? Разбил на квадраты. Кабельтов за Кабельтовым. Да здесь тебе не море, а лес. Хрена лысого сыщешь, если без головы. Коли они конные, то в чаще не сунутся. Соседи начнут справа, а мы здесь. А потом к железной дороге у них один путь. Товарищ командир! А там их встретят. Товарищ командир, тут разъезд, вроде беляков обнаружил. Сколько их? Видали четверых. Это они. Поднимай свою войну. Погоним! Надо же дернуть черта за усы! Воевали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходи. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Понимаю, товарищ Бетикс. Понимаешь. Значит, меру наказания тоже представляешь. Вот смотри. Я беру чистый бланк. Приговор военно-полевого трибунала. Вписываю туда твою фамилию. Накладываю резолюцию. Раз, стрелять. Как ты думаешь? Я ничего не забыл. Да, постой. Кажется. Соображаешь. А без числа этот приговор недействителен. А будет он действителен или нет, зависит от тебя. Понял? Да понял, я понял. Вот и хорошо. Так. Ну что ж,
Поворачивать назад они не намерены, да? Ясно. На север идти тоже не хотят. Путь у них один через Тобол. Тут это, вспомнил, на кого их главный похож был. Та барышня, которую приказали помочь на станции. У нее была фотография. Так на фотографии они были вместе. Может, она его жена? И ехали они в сторону белых. Сколько поездов ушло в восточном направлении за последние двое суток? Один, и тот недалеко. Что значит недалеко? Ну, я же докладывал, что некоторые районы мы не контролируем. Вот и здесь, сразу за Тюменью, поезд был остановлен и разграблен бандитами. Предположительно, это отряд Красовского. Опять Красовский. Они что, никому не подчиняются? Разве только золотому тетельцу золото любят? Сволочи. Золото? Ну, тогда еще не все потеряно. А что с пассажирами? Да-да-да, добрались до Тюмени. Кто выжил? Так, организуйте проверку всех оставшихся в живых. Меня интересуют две женщины. 25 и 50 лет. По виду дворянки. Старшая больная, поэтому проверьте все больницы в первую очередь. Выполняйте. Служусь. Ну что ты стоишь? Ждешь, пока число поставлю. Нет. Я встретил вас, и все было. Подпоручик, у вас что, весь репертуар в таком романтическом миноре? Зубы свои. Грянул бы марш какой-нибудь. Ха, марш. С удовольствием. Тогда и к реке идти не надо будет. Красные сами прибегут. Вот вы им и споете. Марсельезу. А Лозинский вам подпоет. Он у нас старый революционер. Прапорщик, это правда, что вы взорвали Веленского губернатора? И сердце стало так светло. Отец, и не скучно тебе одному в лесу-то жить? Одни волки да комары. Уж лучше с бирюками да медведями жить, чем в миру. Там нынче такое зверье лютует. А лесному не чета. Что есть, то есть. Лютуем потихоньку. На этом участке мы не пройдем. Мост исключается. А вплавь здесь нельзя, здесь река очень широкая. Нужно пройти вверх по течению, там река уже, да и постов меньше. А если построить плот? Нашумим. Где тут паром должен быть? Его краснюки наладили. Может, спробуем, а? Там постов не меньше, чем на мосту. Решено, идем вверх по течению. Всем отдыхать, посты менять каждые 2 часа. Все, отбой! Есть. Доброго здоровья. Здорово. Доброго здоровья. Ну, ваше благородие, я вам тут собрал кое-чего. Спасибо это, на нам. И не побрезгуйте, что Бог послал. Хорошо. А не-не-не-не-не, вы вот здесь, ложитесь на кровати, я вам тут стелю. А я на улице, привык уже, да. Летом-то. Спасибо, отец, спасибо. Всего вам доброго. Не переживайте, Давыдов. Все правильно. Вы начальник, я подчиненный. А старичок, ты молодец, сразу понял, кто есть кто. Ваше благородие, Андрей Васильевич. Ты что, Фрол Акимович? Ты сам благородие. Что случилось? Кони потравлены. Как потравлены? Как? До смерти. Все? Все. Кто дежурил ночью? Все по очереди сторожили. Только вас порешили не будить, чтобы, значит, голова посвежее была. Хозяин где? Да здесь был. Доставить. Какие предложения, командир? Будем брать паром. И снаряжение, только боеприпас. Но все. Ушел, гад. Мне этот лесной отшельник сразу не понравился. Как же мы теперь? Пешкодралом, что ли? Может, хозяина нигде нет? Так, все, уходим. Бельский где? Да здесь я. Полынью пахнет. Из этого поели. Не время в Пинкертона играть, ротмистр. Уходить надо.
Эй, стой! Вы кто такие? Слушай, дорогой товарищ, а где здесь полк товарища Иванова? А то вот лазутчика поймал, а пока ловил, сам заблудился. Какого Иванова? Тут нет таких. У тебя документ какой-нибудь есть? Какой документ? Какие в тайге документы? Позови командира. Товарищ командир. Вот. Кто такие? Вот пленного в штаб веду. А сам кто будешь? Смерть твоя! Хорошая вещь, прапорщик. Сами придумали? Нет, я больше по взрывному делу. Бесшумные пистолеты боевому офицеру не к лицу. Войны без грохота и шума не бывает. Все чисто, Андрей Васильевич. Сёмка, давай. Тяжек труд крестьянский. Боитесь натереть трудовые мозоли? А зачем один? Саха по мне не плачет. Я рожден для жизни праздно и беспечно. А что плохого в крестьянском труде? Все мы вышли из земли, ее рано или поздно и вернемся. Все великие поэты воспевали крестьянский труд. Вспомни, например, Некрасова и Толстого. Вот с этих-то Некрасовых и Толстых вся заварушка-то и началась. Вы не любите Некрасова? Вчерашний день, часу с седьмом. Зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни стона из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музей сказал, гляди! Откуда стреляли? С берега! Черт, где же он? Что это было? Больно-то как. Ерунда. Держись, дорогой. До свадьбы заживем. Ложитесь, подстрелим! Кажись, погорели. Зараз прискачут. Это выше по течению. Там паромная переправа. Вот они, голубчики, проявились. За мной, по коням! Наш объект — мост. Сами справятся. Один раз уже справились. Хрен вам! Эй! Что там, товарищ командир? Что, что? Война! Поднимай людей! Есть! Тревога! В ружье! Thank you.
Любавин, не надо! Подпоручик, назад! Ты чего сопляться, тряска? Господи бога, тушу мать! Оружие на землю! Ну! Господ офицеров, это тоже касается. Опять свезло вам, ваше благородие. Вот так. Ай, молодца. С кем имеем честь? Кто такие? А вам-то не все ли равно? Ну, живы и слава тебе, Господи, а? Но все-таки хотелось бы узнать, кому обязаны столь чудесным спасением. Что ж, извольте. Просто честный человек, патриот России. Валет! Именно, именно. Именно честный человек. Просто, знаете, надоело смотреть, как русские люди убивают русских людей. Братоубийство – страшный грех, поверьте. Собираетесь прочитать нам проповедь? Да, проповедь чуть позже. А вы в этой компании главный? По глазам вижу, что не ошибся. Физиогномика – очень хорошая наука. Изучал на юридическом факультете. Но, впрочем, довольно слов. Об этом после. А, господ офицеров забираем с собой, ну а все остальные свободны. Без оружия, разумеется. Эй, стой, куда? Я тебе офицера наши, у меня приказ. А матросика с собой тоже заберите. Сдается, а ну, мне он многое знает. Пошел, пошел. Что значит увели? Это что, стадо коров? Кто увел? Куда? По показаниям оставшихся в живых, искомая нами группа захвачена отрядом Красовского. Что же это за Красовский такой? Местонахождение его известно, связь с ним есть. Так точно, товарищ Бейтикс. Но ехать одному туда без охраны небезопасно. О революции Павловской вообще дело небезопасное. Лошади и проводник должны быть у меня через час. Все! Есть! Бегу! Но! Может, вы, наконец, объясните, что происходит? Зачем я вам? Зачем вы мне? А сразили вы мне тогда на вокзале, Варвара Дмитриевна. Глаза ваши. Ох, эти глаза. Озера бездонные. Верите? Верите? Нет, простите. И правильно делаете. Вы знаете, меня интересует штабс-капитан Давыдов. Кстати, кто он вам? Муж? Андрей? Зачем он вам? Мы не успели пожениться. Началась война, и он ушел на фронт. Мы не виделись давно. В последнем письме он написал, что находится в Иркутске. Вот мы с тетушкой поехали к нему. Ваш жених находится гораздо ближе, чем вы можете себе представить. И я постараюсь, чтобы ваше рандеву состоялось как можно быстрее. Обещаю вам. По-моему, господа, мы здорово влипли. А с чего вы взяли? А вы посмотрите на эти морды. Ну что поделать? Образ жизни накладывает отпечаток на внешность. Да вы сядьте. В данный момент обстоятельства сильнее нас. А я не хочу сидеть и ждать, пока нас поставят к стенке. А еще хуже того, повесят. Удавочку плетете, князь? Дурак ты. Не опережайте события. Может, нас не повесят, а просто утопят. Пошел ты к черту. А вы запасливый прапорщик. Мне помнится, нас очень хорошо обыскивали. Интересно, где вы прятали этот милый ножичек? А удивите-ка нас всех. Достаньте откуда-нибудь из штанов пулемет, а еще лучше гаубицу. И жахнем шрапнелью по всей этой нечисти. Прекрати истерику, Юр. И сядь. Сядь, я сказал. Это приказ. Ну, если это приказ, тогда я заткнулся.
Но когда нас поволокут на эшафот, тогда я заговорю. И хрен вы меня остановите. Кстати, господин матрос, а что это мы молчим? А я с контрразговора не разговариваю. Если только на допросе. А ты по морде не хочешь, морячок? Попробуй. Якорная цепь не лопнет. Угомонись, Юра. Дожили, уже и большевику в рыло сунуть нельзя. Ой, ой. Это еще кто? Ой, ой. Леопольд Карлович Корецкий. К вашим услугам. Из чьих же ты будешь, человек божий, обшит кожей, а? Если вы имеете в виду мою политическую платформу, то поясню сразу. Никакой партии не принадлежу. Исповедую исключительно свободный образ жизни. Что, тоже борец за свободу, равенство и братство? Это случаем не твои дружки там снаружи? Да что вы. Я к этой публике не имею никакого отношения. Я, в отличие от них, добываю свой хлеб более благородными способами. Ну чё, их выводить, что ли? Выводи. Ясно. Всех? Всех. Давай. Господа, а что вы собираетесь делать? Закрой рот, пугало. Я понял. Понял. Ну все, офицера, на выход! Ай-яй-яй, господа! Зачем же так-то? Я уже по достоинству оценил ваши боевые качества. Но и вы не держите меня за дилетанта. Обидно! Значит так, вы сейчас выходите по одному, без оружия. А если нет? А если нет, то вас сначала гранатами закидают, а потом я пущу моих собачек, и они завтра уже сходят вами в травку. Значит, считаю до трех. Раз. Два. Честно говоря, господа, я думал, вы более благоразумны. И моя наивность стоила мне 10 червонцев. Валет, выигрыш получишь у казначея. Эй, не люблю проигрывать. Впрочем, сэляви. Что вам нужно от нас? Позвольте сначала представиться. Бывший штаб-ротмистр Владислав Красовский. Теперь, если я правильно помню, согласно этикету, ваша очередь. Штабс-капитан Давыдов, Западная армия, правительство Сибирской директории. А это мои люди. Правительство Сибирской директории? О, все. И такое теперь есть. А мы тут отстали совсем. Глуши-то. Тем не менее, что вам нужно от нас? Не знаю. Может, вы меня просветите? Красные чуть с ума не посходили. К вашей группе проявлен столь оживленный интерес. Обычный разведрейд. Такой обычный, что ради вашей поимки присылают специального человека из ЧК. Он ставит на уши всю прифронтовую полосу. Не огорчайте меня. Вот, я думаю, отдать ему вас или нет? В чем же сомнение? Вы ведь вроде союзники. У меня нет союзников. Только соратники и подчиненные. А они все здесь. А надо матроса послухать. Может, он что предложит? Это справедливо. Что скажете, милейший? А ничего я тебе не скажу. Вот когда рефтрибунал прислонит тебя к стенке, тогда и побеседуем. Так что, господа, будем договариваться? Нам нечего вам сказать, Красовский. Мы были бы рады заплатить за свою свободу, но вы же понимаете, что нечем. Вы же на слово не поверите. Не поверю. Не поверю! А знаете, господа, я материалист. И мне кажется, что всякое деяние должно быть непременно оплачено. У всего есть своя цена. А раз вы заплатить мне не можете, то напрашивается один логический вывод. Мне заплатит кто-нибудь другой. А, честь имею, господа. Нет у тебя, сука, ни чести, ни достоинства. Вот офицера ругаетесь, как бендюжник.
А вы кто? Разрешите представиться, Леопольд Карлович. Вы играете на бильярде? Имею пристрастие. Вечером приведешь его ко мне. Руками не трогать! Офицеры где? Там в сарае, возле штаба. Только там охраны много. По их душу чекист какой-то приехал. Важный. Важный? А. Спасибо тебе. Ну так что, вы готовы выкупить нужных вам людей? А почему бы и нет? Разве не признаете никакой власти? Метать перед вами бисер в виде программы нашей партии – дело пустое. Да, это было бы глупо. Вина? Понимаю. Так сколько вы готовы положить за голову? У меня их 7. Ну и ваш этот матросик в придачу. 10 тысяч за каждого. Разумеется, золото. И за моего человека еще 30 тысяч сверху. У ЧК так много денег, что она готова выкупать всех своих врагов? Обанкротиться не боитесь? Не боюсь. Где будет производиться обмен? Ну, сделка вещь интимная. Давайте завтра в полдень на 33-й версте. Впрочем, уже сегодня. Успеете? Постараюсь. Буду ждать вас на поезде. В полдень у разъезда. А, матросика своего забирайте. Я вам доверяю. А я вам тоже доверяю, поэтому пока пусть останется у вас. А знаете, вы мне положительно нравитесь. А вы мне нет. Думаете, нам эти деньги не нужны? В Петрограде люди мрут, как мухи. Но мне нужны эти офицеры. Живые или мертвые, мне все равно. До встречи. Эх, не нравится мне это чисто. А мне нравится! Ладно, не бойся, Валетик. Со мной не пропадешь. Завтра возьмешь ребят проверенных. Ничего. Мы этого чекиста еще подергаем за вымя. Офицеров мы ему отдадим. Деньги возьмем. А там всякое может случиться. Разбивайте. Не угодно ли назвать ставку? Ставку? Ставка — жизнь. Твоя жизнь. Бей. Понятно. Партиес. Эх, водки бы выпить для сугрева, тогда и помирать не страшно. Я предпочел бы умереть на трезвую голову. Куда нас все-таки ведут? Надо думать, Красовский решил таки выдать нас чекатом. А, видимо, недешево шкура. Эх, Любавина нет, а то спел бы. Глупо погиб, но красиво, на высокой ноте. А мы влепят по свинцовой пуле в затылок и свалят в грибную яму. Обидно? Андрей Васильевич, Сёмка здесь. Слышу. Я готов. Князь, освободите остальных. Сделаю. Ну что, господа офицеры, кажется, пришло время прощаться. Я могу для вас что-нибудь сделать? Сделай одолжение, сдохни. Когда-нибудь непременно. Господ офицеров, попрошу постоять здесь у паровоза. Добрый день, товарищ Бетикс. Как видите, я привел вам ваших офицеров. Аж в полном параде. Только что-то я не вижу золота. Я надеюсь, вы не хотите попросить меня об отсрочке. Не волнуйтесь, Красовский. Чанг.
Помоги давай. Валить, ну-ка проверь. Ну что там? Порядок. А вы мне положительно нравитесь. Господа, нет времени для глупостей. Поехали, поехали. Пули там не было. Господи, Варенька, откуда? Андрюш. Не ходи туда, дай людям поговорить. Князь, да ты ранишь, что ли? Ай, ерунда. Тихо. Да ну вас к дьяволу с вашей гордостью! Помирать будешь, но молча. Я тебе не говорил, Юрка, что ты дурак. Только и слышу. Слушай, ну я же сразу сказал, поездом надо ехать. Уже б на месте были. Вот и свиделись. Как ты здесь оказалась? Я получила твое письмо и решила ехать к тебе. А поезда ходят непонятно как. Кругом суматоха, беженцы, тетушка заболела. На наш поезд напали бандиты. Мы кое-как добрались до Тюмени. Я отвела тетушку в больницу. Вот там меня и задержали. Привели к этому человеку. Он все расспрашивал о тебе. Обещал устроить нам с тобой встречу. Видишь, он сдержал свое слово. Хотя, думаю, он представлял себе это несколько иначе. Андрей Васильевич, можно вас? Да, конечно. Прости, Вареш. Слезай с моего золота. Ну, молись своей революции. Хм.
Революция не морится, Красовский. В нее верят. Как думаете, далеко мы так уедем? Я думаю, километров 100-150. Больше рисковать не стоит, город они наверняка оцепят. Значит, нужно сделать так, чтобы нас перестали искать. Что вы предлагаете? В поезде изрядный запас взрывчатки. Понял вас, Сергей Александрович, действуйте. Хорошо. А мы от вас дупельком отойдем. Летишь, Андреич? Эй, кончил. Андрей! Ну, кому у нас под столом козлом блеять, а? Андрей, ладно, давай, полезай. Андрей, не слышу. Давай, не слышу громче. Кто здесь начальник станции? Я. А вы кто такие будете? Специально уполномоченный? Так. Я конфискую ваш паровоз. И мне срочно нужен телеграф. Так нельзя. Откуда я знаю, что ваша бумажка не подделка? Надо с городом связаться. Нет времени с городом связываться. Ну, ты сядь, мил человек. Чайку вон попехала нись. Тут много таких с бумажками ходит. Ай! Еще есть вопросы? Нет, больше нет. Ты кто? Телеграфист. К аппарату живо! Где машинист? Там, под столом. Товарищ! А ну-ка. Разводи пары, товарищ. Живо! Тяг, смотри. Хорошо. Так. Телеграфируй. Екатеринбург. Губчика. Срочно. Вы, господин матрос, изрядный трус, однако. Так расстреляй же, гад. Он слов на ветер не бросает. А как же идеалы революции? Да бань, благородие. Идеалы не трожь, ладно? Я твоих убеждений касаюсь, и ты моими лапой. Убеждение – это одно, а жизнь другой не будет. А может и будет. Кто его знает? Прощавай, сынку. Ну что вы, князь, вам нельзя. Сейчас можно. Хороший казак был. Дичаял я, что вот так придется-то. Что я мамке-то твоей скажу? Не сберег сынка. Думал, рядом со мной будет. Сберегу. Пуля дура, Фролокинович. На все воля Божья. Ты прости меня, Андрей Васильевич. Но не верю я, чтоб Господь Бог Семку моего загубил. Чтобы шантропу эту большевицкую спасти. Господи. Ошибка вышла. Ошибка. Ну да я ее исправлю. Не надо, Фрол Акимович.
Балтику в Кронштадт. Братишки не сдадут. Что у вас, прапорщик? Все готово. Километров через 5 рванет. После того, как состав слетит под откос, сдетонируют остальные заряды. Ну, а после взрыва и пожара разобрать, то есть кто, будет чрезвычайно затруднительно. Так что, вероятно, очень вероятно, может получиться. Прекрасно, отправляйте поезд. Есть. Уходим! Юра! Эй, морячок! Поехали, поехали, господа, поехали. Быстро отреагировали. Прапорщик, бегите, черт бы вас побрал. Чего он медлит? А теперь вам пора, господа. Прошу. Прошу, прошу, прошу. Все, уходим. Как произошло столкновение? Они пошли на таран. Отчаянные! Их опознали? Да после взрыва был большой пожар, все сгорело напрочь. Но уцелевшие говорят, что в вашем поезде люди были. Значит так, проверьте тела на наличие пулевых ранений, особенно смертельных. О результате телеграфируйте в ЧК немедленно. Все, Чанг. Товарищ командир? Да. А что с ними? Закапывать будем? Нет. Везите в госпиталь. Зачем? Оживлять будем. А на что они нам нужны-то? Чтобы расстрелять. Понятно. Понятно. Ха. Чудные дела твои, господи. Зубы. Сил нет, болят. Хуже контра. Ну что? Все в порядке, товарищ Бальтикс. Все... Тихо. Город заблокирован. Основательно. Мышка не проскочит. Ну, подозрительных задерживаем. А если какая контра осталась, то затаилась, как крыса по норам. Меня не интересует ваша контра. Мне нужны сводки о людях, прибывших в город за последние 2 дня. Где они? Сводка, вот, пожалуйста. Это вчерашняя, это позавчерашняя. Ну, там одни беженцы. Женщины, старики, дети. Никого похожего на ваших клиентов нет. Так, а это что? Группа лиц с неустановленной социальной принадлежности. Кто это? Нет, цыгане. Это мои. Грамотеи написали. Цыгане? Цыгане. Мне нужны люди. 30 людей надежных, срочно. Людей мало. Хотя на днях прибыл отряд, спецотряд из Москвы для помощи Яровскому. Если договоритесь... Значит так. Сводка о людях, прибывших в город, должна доставляться мне ежедневно. Ясно? Ясно. А больные зубы надо вырывать. С корнем. Милый Юра, а вы все так же один? Я, Варенька, хочу осчастливить как можно больше женщин, нежели одну из них сделать несчастной. Вы все такой же насмешник, как и прежде. А вы почему не идете? Надоело мне все. Пускай шепчутся, а мы лучше с вами поговорим. Тогда расскажите мне что-нибудь. Например, куда вы так внезапно исчезли? Тогда, в 15-м году. Потом, Варенька, как-нибудь.
Может быть. Все дороги в город прикрыты. Посты, разъезды обложили плотно. Значит, в трюк с поездом они не поверили. Нам надо попасть в город. Там у меня есть один адресок. Но что-то типа конспиративной квартиры. Человек надежный. Князя оставить придется. Хорошо, я поговорю с бароном. Пока отдыхайте. Вот народ. Кругом война и империя рушится. А им все равно поют. Черт ее знает, полковник. Может, так и надо? Ни родины, ни флага. Кочуют, песни поют, детей рожают. И вся эта мышиная возня под названием политика им совершенно безразлична. Фрол, где Андрей? Не мешайте, капитан. Я боюсь. Если с тобой что-нибудь случится, я не смогу жить. Не говори так. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Интересно, да? Кто такой? Не видишь, муж мой. А ну-ка вылазь. Не может он, коней у белых уводил, подстрелили его еще неделю назад. Эй, куда полез? Я муж, мне можно. Ты женись сначала. Непременно. Княгиней моей будешь. Да все вы так говорите. Я один такой. Никого, товарищ Пейтикс, посторонних нет. Где они? Кто? Каждый раз, как я не получу ответ на свой вопрос, он будет убивать одного из твоих людей. Чем? Не ходи туда, не надо. Это не ваша война. Не ходи, не ходи. Я. Бери! Кто такой? Ясаул, князь Искандер Джагаев. Где остальные? Ты совсем дурак, что ли? Я своих не продаю. А ну пошел! Давай! Товарищ Бейтикс, а с этими что делать? С этими что делать? Они оказали помощь нашим врагам. Что делают с вражескими пособниками в военное время? Всех расходят. Как же вы промокли, Василий Юрьевич? Я дам вам переодеться. Потом, все потом. Ну что там, ротмистр? Дом инженера Ипатьева нашел. Охраны снаружи нет никакой. Что-то там не так. Что именно? Черт его знает. Тихо очень. Может, объект переведен в другое место? Я сказал что-то смешное, ротмистр? Да нет. Государя императора называют просто объект. Забавно. Охрана может быть скрытой. Тем более сейчас ночь, дождь. Я считаю, надо идти. Главное, при захвате меньше шума. Ну, это уж как получится. Господа, извольте откушать, чем Бог послал. Ну что вы, Аркадий Валерьевич, я бы вам помогла. Василий Юрьевич, извольте переодеться и не возражайте. Я все вам там приготовил. Эк, вы его бережете, ты милейший. Опасаетесь остаться без покровителя? Господин Бельский очень много сделал для меня. После революции 905 года я понял, что мне не по пути с моими товарищами. Господа, прошу к столу. Ужинать я бы не советовал на случай ранения в живот.
Вы правы, Сергей Александрович, нам будет не до раненых. Ну, слава тебе, Господи, от вас наконец дождался. А то все господин полковник, да господин полковник. Ну, если так, то и по маленькой хлопнуть не грех. А, Андрей Васильевич? Хорошо, только увлекаться не стоит. Василий Юрьевич, смените потом Васнецова, а я и Саула. Пусть тоже поужинают. Не беспокойтесь, я заменю вашего товарища. Василий Юрьевич и так промок. Ну что, господа? За веру царя и отечества. Господа, господина Васнецова я не нашел. То есть как не нашли? Я пришел его сменить, а его там нет. Уходим. Согласен. Немедленно. Аркадий Валерьевич. Да? У меня к вам просьба. О, не беспокойтесь, Варвара Дмитриевна будет в полной безопасности, я позабочусь. Благодарю вас. Ротмистр, посмотрите, как Фрол Акимович, если он на месте. Я понял. Все, уходим. Что за переполох? Уж не меня ли вы потеряли, господа? Если так, то я нашелся. Что за шутки, Юра, ты где был? Где-где, в разведку ходил. Обследовал и район, докладываю, все спокойно. Да почему ушел с поста? Да потому что надоело, как коту на крыше сидеть. Сыро, холодно, мерзость. О, никак я вижу, прямо к столу поспел. Да не беспокойся ты, Андрюш, ничего же не случается. Все тихо. Ну-ка ли у всех все разлито? Не выпить ли нам, господа? А мне что, возвращаться на пост? Зачем же? Там дождь. Еще промокнете, простудитесь, не дай бог. Да, Андрюш, это я. Оружие я еще с вечера разрядил. Зачем, Юра? Прости, Андрюш, начальник контрразведки Григорьев приказал, чтобы я сдал вас ЧК. Я у него на крючке с 15-го года. И на чем же он вас подцепил? Да мерзкая история. В случае огласки хоть пулю в лоб и позор на весь род. Коней тоже вы отравили? Я хотел, чтобы вы вернулись. Ну и сука же ты, господин капитан. Знаю. Ну что ж, господа, я очень рад, что мы наконец-то все прозрели. Да, кстати, по поводу господ Романовых можете не волноваться. Вчера ночью они были расстреляны. Нет. Мы с товарищем Чангом лично принимали участие в этом мероприятии и в последующем ритуале захоронения. Так что, финита, господа. Увести. Андрюша, подождите, я с ними. Всех ЧК, отвечаешь головой. Все понял, пошли. Я дворянка, я крестница императрица, я вас ненавижу. Ну что ж, извольте, барышня. Увести. Барышня тут ни при чем, у нее истерика. Оставьте ее, рефтрибунал разберется. А с этим-то что делать? Может, тоже до кучи его? Ну зачем же? Он честно выполнил свою работу. Мы благодаря ему свою. Пусть живет, если сможет. Это пропуск. Действительно, сутки. Советую как можно скорее покинуть этот город. Всего доброго, Игорь Андреевич. Захватывающее зрелище. Хотя лично я сделал это не из-за денег. Господин Григорьев, никто не сомневается в вашей честности. Вот так вот всегда. Делаешь. А как сделаешь, посмотришь вокруг, все в белом. А ты, пардон, опять. Обидно-с. Честь имею. Проводить к начальнику. Быстро. Нет еще никого. Отдыхают. Почитай, всю неделю в засаде сидели. Все, офицеров ловили. Поймали, что ли? А то. Режим-то теперь отменили. Вот все и отдыхают. Режим, говоришь, отменили? Да. Это хорошо. Да.
Алло, алло, товарищи Мейтинцы, на нас нападало, стреляют, сипка-сипка, тревога, 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 товарищи Мейтинцы! Где? Там в подвале, не стреляй, офицер. Веди! Я тут нашумел немного. Поторопитесь, у вас мало времени. Этот желтолицый брат должен знать, где захоронен государь с его семьей. Знаешь, Косоглазый? Знаю, знаю, там, в шахте. Идемте. Да, там над луга улица, там лошади стоят, только осина быстро надо. Андрей, забирайте его, уходите! А ты? Уходите, я сказал, ну! Скажи дорогу! Пойдем. Уходим! Быстрее! Уходим! Уходи, капитан. Я прикрою. Оставьте, ротмистр. Некуда мне идти. Отгулял я, баста. Эй, офицера, выходи! Сейчас! Только фрак одену. Эй, офицер! Ты чего? В Бога веруем или как? Не шути! Да какие уж тут шутки. В Бога, значит, не верую. Ну что, орелики, тогда аминь. Что произошло? Офицеры ваши все. Говорил же я вам, что надо было их к стенке. Кто-то ушел? Может быть, и ушел, потому что я город ночью снял с режима! Всех собрать! Что, кого? Быстро к месту захоронения! Вы так думаете? Я не думаю, исполнять! Надо разделиться. Рола Кимыч, уходите в лес. Я с тобой, Андрей. Это не обсуждается. Исаул, береги ее. Не беспокойся, сберегу. Все, уходите. А вы идите прямо на восток. Андрей. Там встретимся. Они разделились. Нечаев, бери троих и за ними. Живьем, брать. Уходите, Давыдов. Я их задержу.
Что встали? Продолжаем преследование. Нечаев опытный следопыт, от него не уйдут. Я другого имею в виду, который с этим был. Он ушел. Прошу прощения, товарищ Бейтикс, но я не могу рисковать своими людьми. И так почти никого не осталось. Сунемся в тайгу. В общем, это небезопасно. То есть для тебя небезопасно выполнять приказы партии? Я правильно тебя понял? О, а вот этого делать не стоит. Места у нас глухие. Ни Москва, ни Питер. Закопаем под елочкой, и никаких следов. Это у вас там друг друга жрут. У нас своих не сдают. Круговая порука, знаете ли. Ладно. Сдаст он нас, товарищ Голубев. Как есть сдаст. Может, его того? А он ничего не докажет. Туда. Да, барышня, не оторвемся мы от них вдвоем. Легайте тут. Коль не возвернусь, идите прямо, как шли, ясно? А вы как же? А я зараз шумну трохи и уведу их. Держи. Совладаешь? Да. Ну, с Богом. Не надо, пожалуйста. Что, сука косоглазая, шутки со мной шутить вздумал? Где государь? Где остальные? Да не сюда кидала, товарищ Юровский, товарищ Бейтикса. Не убивай, пожалуйста, офицера. Не надо, пожалуйста, пожалуйста. Так просто. Никто их не найдет и никогда. Осталось поставить жирную точку. Зачем же дело стало? Логично. Себя вершителем истории, да? Да чихать я хотел на вашу историю. Мы свою напишем новую, и вам в ней места не будет. Кровью писать будете? Вашей. А если надо, и своей. Молись, офицерик. Варя! Глаза, Варя, смотри на меня! Варя!
не запомнит Россия наши следы, заметелят снега годы последние пороховые, грянет салютом пуля врага, нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славный, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Божьи нас отпоют.